Лето – время благоустроительных дел, и работающие сотрудники комбината по благоустройству заметны в разных местах района. Появились они и на Петровском проезде. Это видео наш мобильный репортер снимал в течение нескольких дней. Радости, пишет в текстовом сообщении автор видео, жительница микрорайона Татьяна, не было предела. Рабочие лихо очистили клумбу от сорняков и травы, оставив только многолетние цветы. Рассаду летних цветов, которую выставили у клумбы, в первый день так и не посадили. Несколько дней местные жители волновались, вернутся ли цветоводы сюда вновь, чтобы завершить работу. На счастье, к концу недели бригада рабочих вновь принялась за работу и облагородила центральный цветник двора. За что жители Петровского проезда очень благодарны. Тут же красили скамейки, правда, по мнению жителей, их сначала, видимо, надо было подлатать. На некоторых не хватает досок, и сидеть, понятное дело, на них не очень удобно. К тому же, добавляет автор видеообращения, за последние пару лет скамеек стало значительно меньше. Учитывая, что двор большой, людей в нем вечерами отдыхать много, жителям хотелось бы, чтобы во дворе вновь появились скамейки, которые однажды просто исчезли.